Ну что, любовь моя? Вот и настал тот день и час. Ой, какая прелесть! Я тебя поздравляю. Люблю тебя. Обожаю. Ой, это ладно. И все. Все еще впереди. Ой, спасибо. Поздравляю. Ой, квиточки дождалась. О, боже, квиточки. Что? Вот такие. О, как неожиданно. О, боже, как неожиданно. Померяешь? Конечно, померяю. Все-таки не застегни. Боже, как это неожиданно, солнце. Спасибо большое. Мама должна быть в золоте, я правильно говорю? Солнце, я правильно говорю? Нравится? Конечно, нравится. Спасибо. А я тебя поздравляю, и ты была супер-мега красивой. Ой, спасибо. Супер-мега-мама. Дуется рыбонька моя любимая, ненаглядная. Любчик мой красивый, дай поцелую. Давай. Дай поцелую. А, ты же бацильная, все, я забыла. О, мой любимый грильяж. Я честно обожаю грильяж. О, а что это такое? Да что это такое? Мне интересно. О, Сережечки, наверное, да? Сережечки. О, конечно, понравится. О, колесико. Почти диаманты, да, дочь? Спасибо, я буду комбиновать. Еще не все. Еще не все? Да. А что еще? Дося приготовила тебе еще сладкий подарок. Так мне можно к столу пройти? Конечно. Ой, спасибо. Ой, какая мимими. Спасибо. Спасибо, рыбонька моя любимая. Любчик. Ой, мини лычи. Ой, лычи. Ой, лычи мини. Лицо все к лицу. Я сейчас встану, любчик. Ой, аквиты, боже. Класс, спасибо. Дуся, вот смотри в точку, вот эти шоколадки уже тошнять. Я обожаю грильяж, если честно, обожаю. А, я еще главную фразу не сказал. Я дарю тебе 1000 роз. За что, 1000? Ага, спасибо. Любчик, не, вот это, конечно, все хорошо, я не против, но... А ты BMW мою? BMW? А BMW? Я на 40 будет. Ты что, прифигел? Я не хочу на 40 BMW. Любчик, мы раньше ее купим. Ты что? Да, мы же не доживу до 40. Ты что? Да, что переживешь. Ой, как красиво. Я ж доживу. Любчик, ага. Ты меня балуешь прям. Ты вообще, за что тебе такое баловство? Я лучшие годы тебе дала, алло. Так, все, спасибо. Идемте пить чай. Вот честно, мне 18 лет внутри, доказать не могу никому. Сейчас. Ой, какая прелесть. Это я и Любчик, да? Аплодисменты. Аплодисменты. Это мы с Любчиком, видите? С днем рождения. Вента тортик. Но самый дорогой тортик, покажи, Дося. Это Дося мне сама спекла, видали? Вот так. Умочка моя, рыбонька моя, дорогая. Он сверху выглядит, как корова. Чего? А стрёмно выглядит. Обалдеть. Это самые дорогие подарки. Аня спрашивает, что тебе подарить, что тебе подарить? Я говорю, или что-нибудь своими руками, или эмоции. Садитесь к столу, будем кушать. Поле. Точно. Любчик Здорово. Предложил, кажи, это торт далматинец. Да? Любчик, почти метровые розы. 1000 роз. А, 1000 роз. Ой, какая прелесть. И одна... Нет, это не роза, это что? Такая тарелка. Это... Боже, как ее назвать? Сравни с цветком мне. Многоцветик. Нет. На что это похоже? На золото. И кусок золота.
среди цветов. Вот так. Смотрите, какие у меня квиты на сейчас. Ну, это от мамы. О, это от Любчик. А это еще с Дутиного дня рождения стоит. Видите? Вот это охрененный вариант подарка. Вечный. Они засохли и стоят. Все, и украшают, видите? Так, значит, что нам Бог подал, Любчик, на завтрак? На мое свято. Бенто-тортик. Икорка. Кстати, сейчас можно минуточку икры? Икры, господи. Минуточку внимания. Икра настоящая. Знаете почему? Потому что Валентина не дура. Есть чи нема? Валентина все проверила. Есть. Как проверить подлинность икры? Берете одну икринку и бросаете в кипяток. Вот прям в кипяток. Если оно сварится, как белок, значит хорошая икра. И если она растворится, значит подделка. Сейчас я сфокусирую. У нас как яйцо сварилось. Поняли? Так. Так что, Любчик, не бухти. 650 гривен, то не так-то и дорого, чтобы поесть нормальную икру. Ну, хватит уже это. Да ладно. Варус 350 гривен. По акции. Ну, давайте резать торт. Ну, что? А ну, покажи. Что ты не охаешь и не ахаешь? Не добро? Нормально. Ой, какой мягкий. Пропытался. Обалденно. Покажи, как я режу. Прямо, смотрите. Прям этот. Так. Первый торт Любчику, да? Любчик, первый торт тебе. А что не тебе? Гляньте. Ой, там еще. Ой, там еще эти фрукты, да? Да. Круто. Я думала, он просто такой классический бисквит. Ммм, какая прелесть. Бенда тортик хай зачекает, да? Что такое для этого? Для свечек. Нет, для свечек. Класс. Доль, давай свое. Вообще, большие кума дочь воспитали. Вся у меня. Здесь как-то даже... На мой вид, очень, на мой взгляд, очень эти, да? Крупневов. Икренки крупные. Сейчас я скажу свое мнение. Разные рыбы, разные икры. Вкусненько. Да, прям солененькая икра. Не знаю, я верю, что это хорошая икра. Самое главное себя в этом убедить. Не, ну даже опыт показал, что это белок сваренный. Вот так, Любчик. Вкусненько? Вкусненько. Дотя, бери бутербродик. Слушайте, а торт это вообще космос. С фруктами. Мякусенький. Хочу обратить внимание, посмотрите, какой высоты бисквит у Доти получился. Ну, видали? У мамы такой не получается. Дотя, не хочу, конечно, сказать, что готовка это твое, не дай бог. Но ты очень вкусно готовишь, честно. Очень. Нам даже, ой, нам даже не хочется вот тот бенто-тортик это резать. Я хочу. А, ты хочешь? Ну, отрежь себе. Очень вкусно. Все вкусно. Бомба. Ну что, как бенто-тортик? Солнце, как ты добрейший? Анин, конечно. Дотин. Бомба. Бомба. Я прям не могу. Значит, Любчик, сегодня у меня свято. Мой Новый рік. Але подарунки сегодня у Доти. Знаешь, какие? Я ей разрешила сьогодні не вчитись. Ми будемо з нею зараз танцювати, збиратися. Танцювати, петь, збиратися будемо, наряджатися. І хай школа зачекає, окей? Ну, у нас договоренності, всю домашку вона зробить. Ну, прям там да, всю. Просто на уроках ми не будемо присутствувати. Ми напишемо. Хоча можна їм прямий ефір включити. Привіт, однокласники! Включаємо этот... твой зум, чи що он там. І все. І будемо це. І на заднім полі.
Давай ты лучше в кафе включим прямые. Любчик, как я тебе подарок сделала? Я бы тебе тоже разрешила не идти на работу, но ты же не захочешь. Конечно. Я тебе разрешаю, не ходи сегодня на работу. Давайте я приду на работу. Давайте удивимся, да? У тебя будет такой опыт, тест-драйв. Солнце. А что у вас есть? У меня есть торт. Знаешь, какой я тебе сделаю подарок? Не, нельзя нарушать традиции. У нас традиции каждый мой день рождения и каждое 8 марта выходим в баню. Любчик моет посуду. Нет. Не, он и так иногда моет. Но день рождения — это святое. Якби сейчас был еще Сашенька с нами жил, то Сашенька, Анечка, Любчик — все работали, а мама отдыхала. Бо мама свято. Коли ти готовила, ми за тобою мили посуду. Так як ти не готовиш, значить і посуду мить не буде. Ти що, обалділа? Ну, куча посуди. От таке начало дня рождения. З Новим годом мене. Да. Це не смішно взагалі. От ні разу не смішно. Які 83? З моєї сторони все правильно. 38. Вот меня даже не зацепает этот возраст. Я так молода. Хоть 38, хоть 80, кстати, хоть на ноги. Пересчитай камешки, сколько их там. Хоть на голову их поставьте вверх ногами. Мне абсолютно все одно. Тому что я так еще молода. Ну, у меня еще там везде пропеллеры. Я еще не все это сделала, чтобы замедлиться. Вы что? Я тільки починаю жити. 38 – это все фігня. Кто-то когда-то что-то себе придумал, и так понеслось. Нифига. От мне 18. От клянусь мамой 18. 18, блядь, ну доказать не могу никому. Доця, ну що це робиться? Як оце вам доказать, що мені 18? Денечко. Я думала, да, взять это 18 лет. Так что вот не верьте, а чувствуйте. Вот так. Себе верьте, другим не верьте. Ой, какие красивые цветы. Дождалась, Валя, дождалась. Что надо, я еще не готова. Да там сдует. Там сдует. Так, дорогой мам. Да заходите, тут сейчас сдует нас. Заходите. Да. Да. Так как у бедных студентов нет денег, а придумывать что-то надо, мы будем дарить тебе эмоции. О, давай. Да. Эмоция номер один. Букет инстаграмный — одна штука. Да, ну да, согласна. Да. О, подожди, только не взбалтывай, алло. Эмоция номер два. Саша, я с макияжем уже, Саша, не дай бог. А ну, пускай это останется крайним. Саша, не надо, чтобы на меня нет, а не дай бог. И оно потечет. Ой, какая прелесть. Сейчас, секунду. Я тортиком полюбуюсь. Ну, кто-то помоет пол. Да не через порог. Это мне, что ли? Да. О, боже. Стоп. Сегодня будет веселый день рождения. Стой, подожди, не держу. Да. Вот так. Сегодня будет веселый день. Загадывай свое самое заветное желание. Зажги свечу. Да. Загадала. Вот молодцы. Ой, потолок натяжной. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Маня. Миллионник. Happy birthday to you. Ой, какая прелесть. Спасибо большое. Так, спасибо. Ты, Моты, молодцы. Боже. Умочки. Да. Умочки. Еще и подарок будет. Небольшой презент. Да, пускай открытка скажет сама за себя. Хорошо. Да, мы считаем, ну, это нужно. Тихо, да. Прям нужно? Да. Показать можно, да? Да, конечно. Especially for you. А что ты такое-то? Мне кажется, нужно пройти за стол. Да, наверное. Разложить. Мне так неожиданно. Что там? Да матюки, наверное, да, какие-то?
Почувствуй себя женственной и привлекательной. Да. О, боже. Есть варианты, что здесь? Сейчас. Сертификат, наверное, какой-то. А! Не, ну это не сертификат. А можно так наугад? Я рукой... Не, рукой здесь залезу. Ой, мягкая же, да? Это же реально трусы. Ну, вещь какая-то, да? Вещь какая-то. Это нужно каждой женщине в твоем возрасте. А какой у меня возраст? Девушки. Мне 18. Я просто не могу доказать никому нияк. Каждый. Трусы, блядь. Что ты, блядь, за расцветка? Вы что вообще? Аня, ну, что ты за ритузы, Алёшеньки? Блядь, разложи их, Аня. Блядь, это не мой размер. Мы по возрасту говорили, нам будет. Ты же еще двое пар? Ой! Блядь, Саша! Чьи-то, блядь, мат... Саша, что ты за прикол? У меня такого нет вообще! Фу, блядь, я надеюсь, Нутелла? Старались по размеру, там 5-6 XL. А, это шоколад! Охренеть! Ну и что меню заработать? А подарок где, блядь, студенты? Мы сказали эмоции. Аня, ну примерь мне. Во! Надевай. Ты что, я ж буду носить. По утрам во двор, раз. Я ж сохраню. На каблуках выходите, одевай. Ой, какие качества. Вот кому теперь подарить 5XL? У нас нет таких объемов 5XL. Ну, на вырост. Ой, ну спасибо, спасибо. Вот это прикол, спасибо. Спасибо большое. Так а подарок где? Ты нема подарка. Бедных студентов. Спасибо огромное.